240 новых мест для первоклассников создадут в трех чебоксарских школах. Классы будут организованы за счет перепрофилирования имеющихся помещений. 8 классов будут созданы в 59-й, 61-й школах и гимназии номер 4. В них будут учиться 240 первоклассников. На сегодняшний момент наполняемость классов и востребованность в помещениях города Чебоксар остается очень высокой. Я напомню, что при записи первого класса острые вопросы возникли в ряде школ. Это 59-я школа, 61-я школа, 4-я гимназия, где желающих попасть в эти образовательные учреждения детей было больше, чем самих помещений. Вообще, анализируя ситуацию, мы приходим к выводу о том, что ежегодно будет приходить в первые классы города 7-7,5 тысяч детей. А выпускаться гораздо меньше. Таким образом, востребованность ежегодная составляет несколько тысяч мест по городу. Мы создаем, в частности, например, в 59-й школе 3 учебных кабинета для первых классов, а в имеющихся уже на сегодняшний момент помещениях, это мастерские, мы переносим соответствующее подсобное помещение, которое находится в теплице, в гараже. Всего уже в 2017-2018 учебном году будет создано 1600 новых учебных мест. Примут учеников и новая школа на Гладкова и отремонтированное здание в лицее Лебедева.